Дорогой друг, привет! Желаю тебе счастья! Пожалуйста, подпишись на канал, нажми красную кнопку подписаться и не забудь поставить лайк. Так ты оценишь мой труд и время, которое потратил на это видео. Я думаю, ты нажал подписаться и лайк. Благодарю! Так, можно включить как точку доступа ноутбука. Для этого мы идем пуск, параметры. Сети и интернет. И вот мобильный хотспот. Так, и все, разрешаем. Так, у нас вот так вот находится. Вы можете, кстати, изменить там пароль, любой доступный. И там диапазон сети любой. И вот это можно пароль и какое название. Вот. Можно, то есть, с вашего теперь, если вы там с вашего ноутбука можно заходить. Да. Энергоизображение можно автоматически отключать, если никто не будет, никто не заходит. Очень хорошее, да? Это отлично, да. Да. 10 людей должны, а здесь 8. Нормально, а чё? Справку можно, да. Дополнительную помощь можно получить, мобильную точку доступа. И так далее.